8-летний мальчик со своей 12-летней сестрой переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Красина. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 36-летний водитель «Копейки» нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил двоих детей. Жильцы дома по улице Красина рассказывают, что услышали громкий хлопок. У меня квартира с той стороны находится, слышала просто сильный удар, думала пазик с пазиком, как ДТП. И выскочили, вот мы, мужчина из магазина, и я выскочили уже, то есть крик сильный. Видимо, девочка кричала, и мальчик пришел. На место происшествия приехала реанимация. Специалисты оказали мальчику первую медицинскую помощь. Бабушка пострадавших рассказала, ребята купались, зашли в гости к своему деду, а после отправились домой. Мне позвонила внучка, что на пешеходном переходе сбили, Сашу, он лежит. Я прибежала, тапочки его лежат на пешеходном переходе, он в машине меня не пустили. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи делают все возможное, чтобы вернуть мальчика в сознание. Его сестра также серьезно пострадала в аварии. Сломала ключицу, бедро, у нее сотрясение мозга. Сейчас она находится в травматологическом отделении. Елена Швецова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».